Привет, друзья! Меня зовут Джинлав, Анатолий Быков, и это мой проект по быстрому созданию сайта. В этом проекте мы будем с вами создавать сайт, который будет полностью универсальным, то есть он подойдет под любую тематику, будь то бизнес, либо какая-либо другая ваша идея. Итак, работать мы с вами будем быстро, я вам буду показывать все на видео, а вы все просто в точности повторяйте за мной. И тогда вы быстро, просто и легко создадите себе сайт для вашей идеи или для вашего бизнеса. Итак, поехали. В поисковике Google либо Яндекс пишите такую фразу. Зарегистрируйтесь в Google и нажимайте поиск. У вас появится вот такая вот картина примерно. И далее вы нажимаете на надпись «Зарегистрируйтесь в Google». Нажимаете на нее, и у вас откроется следующее окно. Вот такое вот. Где вам нужно будет сделать следующее. Заполнить поля. Я уже их заполнил, чтобы сократить время. Итак, вы здесь указываете имя, здесь указываете фамилию, здесь указываете почту на английском, далее указываете пароль, далее повторяете этот пароль. Здесь тоже в паролях используются только английские буквы и цифры. Далее указываете дату рождения, далее указываете год рождения, далее пол, далее указываете мобильный телефон. Далее проходим проверку, указываете то, что у вас на картинке. Вот я указал свои данные. Далее ставите галочку «Я принимаю условия» и нажимаете «Далее». Сейчас я жду загрузки. Вот, теперь у меня требует подтвердить телефон. Иногда это требует, иногда это не требует Google. Но сейчас у меня требует, потому что я довольно частенько это делаю. Итак, продолжить. Отправляю сообщение. Нажал продолжить. Сейчас придет сообщение, я сюда укажу. И все, в принципе. Так, пришел код 946192. Подтвердил. Вот. Если вы первый раз регистрируетесь, у вас, возможно, такое не потребуется. Итак, все, теперь мы нажимаем следующее. Наводим на эти квадратики. Вот на вот эти вот. И нажимаем на них. Потом нажимаем на значок «Почта». Ждем загрузку. Итак, почта наша готова. Сейчас мы ее настроим. Настройка необходима для того, чтобы потом с ней было удобно работать и, в принципе, пользоваться. Закрываем появившееся вот это вот окошко. Теперь все в точности повторяйте за мной. Нажимайте на вот этот плюсик, убирайте галочки промо-акции, убираем галочку соцсети и нажимаем сохранить. Нажали. Теперь нажимаем на вот эту вот шестереночку, потом нажимаем на надпись «Настройки». Далее, сейчас у нас пока идет загрузка, вы прокручиваете вниз, когда появилось. И напротив надписи «Ярлыки кнопок» ставим точечку «Текст». Вот сюда поставили. Теперь нажимаем на надпись «Ярлыки», вот этот вверху синим, нажали. Напротив надписи «Спам» нажимаем «Да», напротив надписи «Корзина» нажимаем «Да», потом прокручиваем вниз и нажимаем на вот эту вот кнопочку «Создать ярлык». Нажимаем. Здесь пишем «Сайт-хостинг» и нажимаем «Создать». Далее. Возвращаемся во вкладку «Общий», нажимаем на «Общий», протягиваем вниз, спускаемся и нажимаем «Сохранить изменения». Нажали. Далее, вот здесь вот, наводим мышкой, нажимаем и протягиваем вниз. Немножко спускаем для удобства. Теперь, последний штрих, нажимаем на шестереночку, нажимаем на надпись «Темы» и выбираем тему, которая нам интересна. Я выберу зеленую тему. Загрузка произошла. Нажимаю «Сохранить». Все, мы с вами настроили, создали почту. И краткий обзор, что мы сделали. Смотрите, мы отобразили папку «Спам», отобразили папку «Корзина», если у нас что-то туда попадет, если мы вдруг случайно удалим, это нам понадобится. И создали папочку «Сайт хостинг». Она нам понадобится, когда к нам будут приходить письма с нашего хостинга. Да, и мы их туда будем сохранять, чтобы случайно потом не удалить из общих. Итак, на этом создание почты перед созданием сайта завершено. В следующем видео мы уже конкретно приступим к самому работе над сайтом, к самому созданию сайта.
Итак, на этом все. С вами был Джин Лав, Анатолий Быков. Увидимся в следующем видео. Пока!